тюрьму за превышение скорости. Изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в этом году, ужесточают наказание за нарушение ПДД, выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 км в час, теперь могут повлечь за собой крупные штрафы или лишение свободы. Довольно-таки серьезная уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением либо лишения права управления, либо с лишением права управления транспортным средством на срок до 3 лет, либо даже с лишением свободы до 2 лет. За повторное правонарушение автомобилисту может грозить штраф до 500 тысяч рублей, лишение прав на срок до 6 лет или лишение свободы до 3 лет. Кроме этого, изменились и правила проведения техосмотра. Теперь в обязательном порядке его не нужно проходить собственникам легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам. Но есть одно условие – такой транспорт нельзя использовать в служебных целях и предоставлять на нем услуги. Если раньше прохождение технического осмотра было для них обязательным, то сейчас собственники транспортных средств, физические лица, с года выпуска которых прошло более 4 лет, обязаны проходить техосмотр лишь в случае внесения изменений в конструкцию транспортного средства, либо в случае изменения собственника. Для тех владельцев, для которых техосмотр останется обязательным, с 1 марта вступит в силу штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.